жители района Тараклия. Инспекторат полиции доводит до вашего сведения, что в соответствии с законом номер 149 от 8 июня 2006 года о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве и приказ Министерства окружающей среды номер 33 от 24 марта 2017 года установили, что начиная с 1 апреля по 9 июня 2017 года вводится запрет на рыбный промысел, то есть запрещено ловить рыбу во всех реках и озерах Республики Молдова. За нарушение правил охраны рыбных ресурсов граждане будут привлекаться к ответственности по статье 114 Кодекса о правонарушении Республики Молдова и влечет наложение штрафа от 9 до 12 условных единиц. В последнее время участились случаи хищения имущества граждан, а именно домашнего скота, сельхозмашин и т.д. Совершается данное преступление в основном в ночное время. Хищение происходит из-за безответственного отношения к сохранности имущества. Техника хранится в местах, где отсутствует охрана. В связи с этим инспекторат полиции района Тараклия убедительно просит всех жителей не оставлять без присмотра скот на пастбище, содержать его вблизи жилых помещений, не хранить технику в неохраняемых местах, не оставлять без присмотра на длительное время свои дома. Если вам известно что-либо о совершенном или о готовящемся преступлении, просим сообщить по телефону 902 или 0294-21180. Инспекторат полиции Тараклия предупреждает жителей района, что согласно Кодексу о правонарушении Республики Молдова и правила дорожного движения, умышленное блокирование транспортных коммуникаций, которое нарушило или могло бы нарушить нормальное функционирование автомобильного, железнодорожного транспорта, влечет наложение штрафа в размере от 30 до 60 условных единиц. Действия, указанные выше, сопряженные с угрозой для жизни и здоровья людей, либо совершенные по предварительному сговору группой лиц, если эти действия не являются преступлением, влекут наложение штрафа в размере от 60 до 90 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года. Запрещается создавать препятствия для движения транспортных средств и пешеходов при выполнении дорожных работ, складировать материалы или какие-либо другие предметы на проезжей части общественных дорог или на тротуарах без предварительного согласования с полицией. Не считается препятствием находящиеся на тротуарах материалы или предметы, если при этом они не создают помех для движения пешеходов. Препятствия, ограничивающие движение по общественным дорогам, должны быть обозначены теми, кто их создал, соответствующими средствами обозначения дорожных работ, согласно предписанию полиции. На общественных дорогах запрещается организация конкурсов, тренировок, спортивных соревнований и тому подобное без предварительного согласования с полицией. А также остановка запрещается в местах, где транспортное средство создает препятствие другим участникам дорожного движения. С оперативной информацией вас ознакомила лейтенант полиции Нина Коряк.